Огнеборцы ликвидировали крупный пожар в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината. Это кадры с места пожара. Огонь вспыхнул накануне на территории листопрокатного цеха номер 5 Магнитогорского металлургического комбината. На момент прибытия первого подразделения происходило горение реверсивного стана, который с 3 февраля находится на капитальном ремонте. Была угроза дальнейшего распространения возгорания. Пожар ликвидирован на общей площади в 390 квадратных метров. Повезло, что погибших и травмированных нет. 50 человек на начальной стадии ЧП. Из здания самостоятельно эвакуировались. Всего на ликвидацию пожара и его последствий было привлечено 53 человека и 15 единиц техники.